Добрый день! Сегодня мы представляем вашему вниманию перистальтический насос-дозатор для вязких продуктов. Данный насос-дозатор рассчитан на диапазон дозирования от 50 мл до 12 литров. Сегодня у нас в видео будет глицерин. Объем у нас будет 1 литр. Ну, пожалуй, давайте приступим. Вот, впрочем, и все. За 15 секунд мы с вами разлили ровно 1 литр. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго и до свидания.